Я обосрался. Да, он пусть ты прыгни. Добрый, он очень хотел. Добрый чел, вообще классный. Он в третьем классе. Добрый чел, ух ты ж, я прям по машине ударил агрессором. Ясно. Где мы идут с разводом? Ага. Пока будем его убивать. Это норм? Чёрт. У меня коп людей. Я его убил. Меня понимаешь, от моих боеприпасов увозит чужая машина. Он теперь призрачен для меня. Я уйду в отставку, буду опять его мучить. Ой, ты ешь сумру, скорее всего. Сильно. Я иду и пока... Ай, больно. А чего она такая жирная? Чё ты думал, в сказку попал? Сумру. Ну не надо. Меня свинья убила. На камень. Я не могу за него прыгнуть. Да? Тогда стой тут. Ты вообще наполовину в грязи. Так, сейчас будет шашлык из Дим. Запоминайте рецепт. Много огня и свинья. Да подожди, куда ты пошел? Я сейчас чувака на потом. Я взлечу, подожди. Я умер. У меня хп среднее. Он умер? Да. Я нет. Я в мага... Чего? Так, теперь мы знаем... Его проверить, как костюм. Хороший костюм. Эластичный. Смерть. Да, ну если мы сейчас... Его только что тут не было. Мирон, нахрена ты сел на меня? Я не собирался, все. Ты не самый умный из всей нашей команды. Зачем ты сел на меня? Я не собирался этого делать. Я охотно тебе не верю, что ты этого не собирался. Я собирался на свой мотивацию. Я не хочу тебя трогать, давай. Давай меня машина. Ты видел? Давай переговоры вести. Давай переговоры вести. А, давай. Сейчас давай. Машинка! Я случайно. Я не хотел в тебя стрелять. Ну чё, Тимофей, чё? Я сейчас выйду. У меня там машина стоит. У меня ещё лучше. А что? Ах ты ж... Ты убери своего дрона. За вами? А вы на чём? Вы на пешком? Да, потому что все катеры пропали. Мирон. А что? 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 Да. Он точно сумма? Маша, у нас ты. Нет, не надо. Беги. Заказала механика? Сейчас там мне надо кое-как помотить. Мирон, я беру дальнего. Я ближнего. Да, я вижу, ты проблем маленький. Чё за фигня? У меня всё время... Таких, ну... Старых, что ли? Вот у меня старая машина. Это подойдёт? Вот. Приземлились. Мирон. Давай в воду. Давай. Чисто два друга. Хорош. Я сейчас подожду чуть раз. Кстати, это один из самых наших дружелюбных... Что с машиной коповской впереди происходит? Вот можно дать еще? Почему у меня машины по воздуху ездят? Ой, ребят, я тут полетаю. Ага. Чья эта машина красная стоит? Это моя. Она с Сейчас, привет. Еще. Что происходит? О, она в хлам. Пожалуйста, не ставьте лошадь. Такой бред, если я посмотрела, не думаю, что у меня столько все съедает. Кто побежал, я сейчас умрешь. Налево, направо. А! Чё, серьезно сбили? Mm-hmm.
молодец. Что теперь скажешь? Насчет чего? Насчет мощности комоды. Ну, скажу так, она лучше. Гораздо лучше. Мне моя А. Вот это реально неожиданно было. Ты такой говоришь, я такой резко... Примерно вот сюда. Что? Чё? Влад! Чё? Я подлетел, но знаешь, я от машины, Влад, его полетел. Не от камня, а от машины. Да! Реально? Это от этого зависит, нас текстуры выбра... Тимофей, не смей трогать тачку вообще никак. Не трогай. Мирон, это же... Вот как это делается. Мы, получается, в любом месте можем так сделать. Мирон, нам нужно загрузить это на YouTube и подписать как новый баг, смотреть без... Ну, типа, вот, давай. Он ведь реально работает. Да, работает. Офигеть. У меня парашюта нет почему-то. Ау. Тимофей, да попробуй на своей машине теперь. Вот тебе нужно примерно от первого лица. Вот, нет. На стекло примерно, где у тебя дверь, прыжок, вот, и попасть сюда примерно. У тебя должно подкинуть. Тимофей, смотри, вот, да, ты перелезай. Это вот так работает. И так же с камнем, но с машиной я еще не больше. Нет, ни разу. Ты не получишь урона почти. Это весело. Урон. Понимаешь, что мы нашли? Меня Тимофей убил, оказывается. Ему фраг засчитался. Когда ты залазишь, когда ты перепрыгиваешь забор, сразу нажимай кучу раз пробел. Мирон, запись включаем? Или как? Включай. Бум. Бадабаб бум. Да даже камень. Вот, и короче я... Если я деньги соберу. Там машина перевернулась, ты видел? Она мне переехала и перевернулась. А не дофигали за комоду платить? Вообще, где вы от меня оторвались просто? Тут просто... Что? Что? Тихо! У тебя это тоже было? Это было? У меня фура просто... У меня грузовик, у меня вон... А ты того? Ни одного колеса нет. Я тебя сбил? Я тебя сбил! Я напрямую выклёк. Потому что кто-то пукнул. Ну, мой мотоцикл, к сожалению, там... Чего? Сейчас чел поверил в себя, NPC выкинул. На каком-то столике она лежит. Нахер иди. А чё ты этого убийцу убил? Я тебя... Я кого-то опять... Я стрелял в стекло, кого-то убил. Я его под воду уронил. Всё хорошо. Прокатишься со мной, дружище. Я не мразь. Day.
never taking whatever you told me. I know what I could be. Make an emotion painable and so tell me, is this what you made me? Ты к ней подойди. Как? Лучшая выборка, лучшая выборка. Я тоже. Ребят, блин, может, мы тоже возьмем отдельную машину? Не, нормально, давай на этой уже. Это не любая, пожалуйста. Это скорее грабитель, либо ограбление по-украински. Ограбление по-украински звучит красивее. Да, я хочу ему закинуть, стой. Давай. Че с машиной, почему она из-под текстуры выехала? Как показывает, знаете, как показывает логика GTA, напрямик самая долгая дорога. Я это видел.